говорите, что вы созванивались 3 часа. Мы исследовали сообщение между вами и Бишимбаевым. Там также было вот в 15:01, он у вас спрашивает, с ней все окей? Вы отвечаете, что она спит. Вот. Да, это... она будет спать до утра, вы говорите. А? Вот вы говорите ей, ему, она будет спать до утра. Это, получается, после звонка было или до звонка? Вот эти моменты тоже объясните нам. Это после звонка? Это он просто писал по WhatsApp. Я думала, он пьяный. И даже я серьезно не воспринимала, что он там пишет. Угу. Скажите, что говорит, с ней все хорошо. Напишите, что ей хорошо. Он прям вот, он же вот такой, невыносимый. То есть, как понять невыносимый? То есть, он надоедал вам, получается, или как? Вот немножко раскройте вот этот момент. Да, вот он позвонил, я ему сказала, ну что я сделаю, идите в скорую вызовите, врача покажи, пусть ей сделают капельницу, чтобы она пришла в себя и так далее. Он все время звонит, я на телефон не стала вообще брать телефон, ну совсем не стала брать. Он стал писать, напишите мне, говорит, что ей, у нее все хорошо, мне будет спокойнее, напишите. И вот это я имею в виду, невыносимый какой-то, и обязательно мы с ним. Ага, понятно. А вот вы сказали, вызовите скорую, то все. А он что на это отвечал? Что он говорил? Нет, она придет в себя. Какая скорая, он мне говорит один раз. Он говорит, какая скорая, она придет в себя, да? Да, он же пьяный, он звонит в такое состояние. Я подумала, что он вообще пьяный. Угу.